Здравствуйте, дорогие друзья! Я вас приветствую на своем канале. Меня зовут Алла, я из Ташкента. И продолжаем серию эпопею строительства моего дома на улице Байсун. Едем посмотреть, что там сделано за день или за два дня. Вот, что там сделали. Посмотрим, что установили, где прорыли, что... В общем, что и как. Очень много полезных советов мне дали подписчики. Я прям вам благодарна. Сейчас как раз буду решать вопрос с проводкой, с интернетом, где чего подключить. В общем, прям вовремя посоветовали. И даже как сделать вентиляцию в подвале. Вообще молодцы. Особая прям благодарность всем. Ну, давайте будем смотреть. Сейчас пока едем привычным путем. Ничего такого сверхъестественного, интересного. Просто можете обратить внимание, что у нас все машины белые. Как я вам и говорила на видео, у нас просто котируется белый цвет на первом месте. Потом жемчуг, потом светло-серый такой металлик. Ну и черный, по-моему, на последнем, да, месте. Хотя вот многим нравится черный цвет. Мне тоже вот. Да, поворачиваем на улицу Байсун. Сегодня ездила в паспортный стол, отдала документы на прописку, но хотя все у нас как бы через интернет тоже делается, в РУВД зависла программа, и программа также зависла в кассе. И сказали прийти после обеда. Да. Позвонила дочка, говорит: мамочка, мы тебе приготовили коробки для переезда, сумки. Опасная змейка такая здесь. Слепая зона для машин. Вот этот сосед, вот эти, вот этот, они прокопали канализацию, и им за одну ночь провели. Так, закрыли. Это не Юрина. Да, это с Ньюрина. Ого! Вот это да! Мусора с каждым разом больше. Ух ты! Какой электро! У нас скутер. Крутой. Это, наверное, Андрея. Не только у нас электромобиль. Вот как раз взять курятник поставить. Одну из ДСП. Куром, какая разница, с плесенью или без? Так, здесь. О, так сыро. Ну, здесь, конечно, сейчас не отапливается. Здесь только у них инструмент. Все. Да уж. Угу, канализацию прорыли, ребята. И воду, видимо, уже, да, пустили? Или вот так отсюда вода и шла? С колонки. Трубы проложили. Здесь вот настил сделаем, уберется, как раз можно поставить здесь насест. Все для кур. Так, здесь все подняли, начали прокладывать трубы.
Просто у нас ребята работают не только у нас, но еще есть точка. И как освобождаются, они приходят. О, здесь все разобрали. Отопление. Здесь будем делать теплый пол, поэтому все начисто выгребли и будем потом засыпать. Здесь то же самое, в один уровень будет. Все это уберется. Тут уже трубы разложили. На улице что там они сделали. А здесь пока ничего не сделали. Ну-ка, сейчас отключу чуть-чуть. Ну вот, здесь пока еще они не трогали, не дошли до сюда. Сегодня сделают. Ну что, успеем. Они так усиленно работают. Установили котел. А, еще не подсоединили ничего. Просто провели. А что это она такая погнутая вся? Это, наверное, от старого котла труба. Да, это старый. Они их менять будут или как? Конечно, но. Да? А вот это куда идет? Вот эта вот штука. К тому дому, что ли? К соседнему? Не знаю. Вот это они же тоже уберут, да? Чтобы холодильник сюда в морозилку поставить. Порожек надо или залить его надо. Ты хочешь еще холодильник? Морозилку, да, вот эту нашу большую. Сюда? Ну, вот сюда поставим. А куда ее ставить? Это вот просто с котла, если вдруг надо будет слив делать. Нет, ну слив можно оставить, просто вот этот порожек убрать и холодильник поставить. А, ну, можно, они есть, хочешь. Да. По месяцу, да. Они ровно живые. Да. Ну, здесь вот засыпали. Надо будет это расстояние этого холодильника дать им, они поменьше просто сделают. Она 90, он 90, как раз. 90? Угу. Вот 60 они, на 90. Они вон там немножко места оставили, угу. И вот это ровно. Да. Вот этот выровнять как бы надо, просто угу. Под холодильник. Да, да. В принципе, можно ДСП даже положить, а на ДСП это поставить в холодильник. Можно здесь а ничего не делать. Выровнять нормально. Угу. Надо все это поставить. Надо сказать просто. Угу. Вот это тоже убрать надо. Смеситель. Чтобы он здесь не был. В общем, строителей пока еще нет, но еще и рано. Мы пришли пораньше сюда. А я обрадовалась, Юра пришел, но Юра рано не приходит. Вот. В принципе. Ну, хорошо работают. Поэтому больших перемен пока нет, но уже хорошо. А главное, я думала, на скутере приехали эти. Сидят уже, стоят тут, работают. Прикольный, да? Красивый. В общем, пишите мне. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Ну, будем продолжать ремонт.